помните, мы рассказывали о том, что этот год выдался довольно богатым на события для Тавакеля Муслима. Актер успел сняться аж в двух фильмах и везде не в самой последней роли. Так, закончив работу над комедией «Все из-за мужиков», секс-символ решил на достигнутом не останавливаться и снялся в фильме под названием «В поисках мамы». И вот стала известна дата выхода картины на большие экраны. Произойдет это 1 января уже следующего года. Напомним, фильм расскажет о мальчике-сироте, который отправился в Лос-Анджелес, чтобы, как вы поняли, отыскать маму. Создатели обещают, что приключенческая комедия обязательно затронет струны души всех зрителей и подарит, цитата, «вагон смеха и слезы счастья». Что ж, будем ждать.